Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос Краины 7». После исполнения песни американской рок-группы «The White Stripes» «Seven Nation Army» к Найле Ибраимовой повернулись все четыре тренера. 21-летняя девушка никогда не занималась музыкой профессионально. В качестве тренера участница выбрала свою соотечественницу Джамалу. После отбора жюри попросила девушку выполнить крымско-татарскую песню. Господи.